Несколько дней назад была зафиксирована массовая миграция живых существ в районе населенного пункта Криуши. Официальных комментариев еще не поступило, но мы уже следим за аномальным перемещением. Наши корреспонденты выясняют подробности, и они наткнулись на ярмарку необычных товаров. Ярмарка идей, ярмарка предметов, ярмарка, ну, каких-то аксессуаров, одежды. Вообще, на самом деле, ярмарка — это большой конкурс. У нас даже не конкурс, а я бы сказал, знаете, турнир. По-моему, это 11 или 12 волк, я не соображу. Волк — это хорошо, он в феврале. Волк — перезагрузка мозгов. Таким образом, нам стало известно, что за этим стоит некий волк. Личность достаточно серая, которая проявляет себя только раз в году. Причем в такую погоду, когда хорошая собака хозяина на улицу не выпустит. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды. Кто же такой волк? Что? Волка! Я его в зеркале видела! Где-то бегает в лесу. Я видела его там, за углом. Он сказал, что скоро придет. Он вокруг тебя, он в твоей душе, он в тебе. Он находится в розыске федеральном. Власти США задерживают его. Волка здесь нет, это другое. Что здесь происходит, до конца непонятно. Удалось только выяснить, что время в этой точке идет по совершенно иным законам. Ну, это Европа, 13 век, то есть мы ориентируемся на Англию. Конец 14 века, Франция. Это Монголия, примерно 12 век. Некоторые лезут в горы, некоторые дайвингом по водам занимаются. А у нас такой вид. Комплект, который на мне, в общей сложности около 40 тысяч. Вот. Но это довольно такой пафосный комплект. В принципе, можно заказать дешевле. Я готов еще потратить еще столько же, лишь бы дальше продолжать ездить. Лишь бы дальше продолжать встречаться с этими людьми, которые сзади, за нашими спинами. Ну, щит у меня стрёмный, потому что мой еще не проклеился на данный момент. Пришлось выходить, с чем было. Да, дело в том, что это на самом деле достаточно безопасно, то есть это безопаснее, чем заниматься боксом, например. Возможно, временные аномалии связаны с огромной концентрацией здесь людей, обладающих новой, неизученной науке энергии, энергии ролевого движения. Аномалия данного места воздействует не только на разумных существ, но и на вооружение. Who
party was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a pool and shout out. Who let the dogs out? 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 I see the young people had a ball push. Billy Bond is get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Не выдерживая мощной энергетики аномалии, некоторые неразумные начинают крутить барабан. Арестуют с собой, это всегда клево. Это вообще супер просто. Риск попадает по жизни, а так, ну, намного более интересно, насколько фортуна тебя выбирает. А всем хочется попробовать свою удачу. Спасибо всем, кто за меня болел. Я вас люблю, я выжил ради вас. Умерла тоже ради вас. Мастера клинка предпочитают звон стали свисту пуль. Чуть позже здесь будет стальное мероприятие. Вот там щекочут нервы так, что мало не кажется. Щепки летят. Там совершенно все другое. То есть участвовать бы я смог, но недолго, и кончилось бы все плачевно. Бальные платья, изысканные манеры, чарующие звуки музыки и билет на океанский лайнер.
Конечно же, мы плывем в Америку. Мне кажется, там что-то, какой-то другой мир, какая-то другая страна. Я редактор модного женского журнала. Еду из Европы, чтобы вести женскую моду в Америку. А вы посмотрите, как одеваются некоторые дамы. Нужно же нести стиль. Некоторая публика здесь все-таки явно не из первого класса. Вот, и некоторые танцы заканчиваются весьма необычно. Возможно, у них проблемы с аппаратурой. Извините, мне пора танцевать. Желание предстать в несвойственном себе образе или, наоборот, отражение внутреннего мира через костюм. Тоже такой волк. Где он? Сейчас мы находимся в уникальном параллельном мире, который называется фестиваль «Волжский конвент», то есть волк. Волк – это я. Маленький волчонок, до волка еще не доросла. Doesn't stop the pain if I see you.